Анна Лаевская-Расцветаева. Более известная как Анна Лаевская, родилась 10 января 1981 года в Киеве на Украине в семье Сергея Лаевского и Ирины Расцветаевой. В 9-летнем возрасте Анна с семьей переехала в Мексику. Девочка начала учиться играть на скрипке, даже не предполагая, что скоро станет актрисой. Однако так оно и случилось, и ее первой ролью был крошечный эпизод в сериале «Однажды у нас вырастут крылья». Там она играла практически саму себя, маленькую скрипачку-иммигрантку в огромном оркестре. Анна выучила испанский, а также английский языки. Потом поступила в актерскую школу при Телевизии и в 1998 году сыграла в теленовеле «Пресиоса». Вслед за этой ролью последовало участие в костюмированной теленовеле «Цыганская любовь». Конечно, все эти роли были небольшими, но именно они помогли творческому росту Анны как актрисы. После участия в теленовеле «Цыганская любовь» продюсер этого сериала Педро Дамиан пригласил красавицу-блондинку принять участие в сериале «Первая любовь» со скоростью 1000 км в час вместе с Маурисио Исласом и Валентино Ланусом. Дуэт Ланус-Лаевска считается одним из самых удачных в истории мексиканского телевидения. Сыграв в этом сериале, Анна получила премию TV Unavelos в категории «Актриса открытия». Кроме того, именно данный сериал позволил ей раскрыть еще одну грань своего таланта. Она дебютировала как певица, записав две песни специально для этой теленовеллы. Зеленоглазая красавица оставила свой след и на киноэкране. В фильме «Время бабочек» она играла вместе с Сальмой Хайек и Эдвардом Джеймсом Олмосом. Также Анна принимала участие в театральных постановках. За ее роль в спектакле «Такие свободные бабочки» Ассоциация театральных журналистов вручила ей премию «Театральная актриса открытия». В то же время Анна не забывала и о телевидении. Она сыграла в теленовелле «Игра под названием «Жизнь», где ей в партнеры снова достался Валентино Ланус. В 2007 году российские зрители могли наблюдать прекрасную работу Анны в сериале «Мачеха», где она сыграла Эстрелью, дочь главной героини, в исполнении Виктории Руффа. Здесь партнером Анны был замечательный актер Хосе Луис Ресендес, и снова ей сопутствовал успех. Также Лаевска сыграла в сериале «Два лица Анны», который сейчас идет на одном из российских телеканалов. Отечественный перевод звучит как «Два лица страсти». Последняя работа Анны называется «Дорогой враг». Показ этой теленовеллы в Мексике начался в мае 2008 года.